Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемый украинский народ, сегодня во втором чтении в зал Верховной Рады выносятся три важнейших закона по реформе Министерства внутренних дел. Это закон о национальной полиции, который полностью изменит систему органов внутренних дел. Это закон об органах внутренних дел. Это закон о внесении изменений в ряд законодательных актов о безопасности дорожного движения. Также будет вынесен в первом чтении закон о сервисных центрах и сервисных услугах. Эти четыре закона необходимы Украине для того, чтобы полностью реформировать систему внутренних дел. Через законы об изменении в безопасность дорожного движения мы вводим понятие видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Мы снизим количество столкновений гражданина с человеком, с работником милиции, уже будущим полиции. Таким образом, снизим коррупциогенность в данном вопросе. Если мы примем закон о сервисных центрах и сервисных услугах, мы коренным образом изменим взаимоотношения граждан по вопросу перерегистрации транспортных средств, получению прав на вождение, получению разрешения на оружие. Эти процедуры станут прозрачными, понятными, законными, расценки на них будут утверждаться прозрачно с участием общества. И самое главное, сроки будут доступны для всех. Поэтому мы приглашаем всех депутатские фракции, как коалиции, так и оппозиции, так и нефракционных депутатов, поддержать наши законы, которые разработаны Министерством внутренних дел при поддержке целого ряда депутатов. Спасибо за внимание.